Так, достаем Равиновый СТ 5W40. Который в морозилке пролежал там пару часов. Как бы видим, да, что он прозрачненький. Гидрокрекинг мутнеет. Температура в морозилке у меня минус 21, минус 23, в зависимости от того, куда положишь, в какой угол. В общем, видно, да, что масло прозрачное. Скорее всего, оно на ПАО. Не скорее всего, а процентов 99, что оно ПАО есть.